Всем здравствуйте, доброго времени суток. С вами я, Ника, это мой канал «Московские будни». Вышла немножко прогуляться и показываю вам красоту нашего района. Конечно, не везде еще все очищено. Тяжеловато идти, потому что не все еще убрали. Вот такие дорожки у нас грязные. И такая у нас красота в наших парках. Сейчас я дойду до фикс-прайса, и там кое-что нужно купить. Если что-то интересное увижу, я вам покажу. Там мне нравится один крем. Очень хороший крем, он универсальный для лица, для тела, для рук. Если он там сейчас будет, я вам покажу. Посмотрите, какая у нас здесь дорожка. Это все у нас так на тротуаре. Я не знаю, почему здесь, ближе к моему дому, все чисто. А здесь ужасно. Опасно даже идти. Так. Ужас. Видите, что у нас тут творится? Вот как-то так. Ну ладно, пойду я туда, куда направилась. Здесь очень тяжело снимать. Просто хотела показать вам вот такие вот у нас нечищенные есть тротуарчики. Вот крем, о котором я вам говорила. Вот видно, фокусирует. Здесь новый появился уже от той же серии, но этот я не брала. Мне вот этот очень нравится. Ну тут тоже состав неплохой. Сейчас посмотрим, что тут есть. Все подряд я вам показывать не буду, здесь не особо это все интересно. А мне нужно посмотреть горшочки, но я их не вижу для цветов. Ну, такие только пластмассовые. Не пластмассовые не нужны. Ладно, сейчас что-то посмотрю. Если интересно, что вижу, покажу вам. Конфетница вот такая понравилась в виде лебедя. Сколько она стоит? Она стоит 149 рублей. Вот цены. Вот она, конфетница. А так форм для выпечки всяких разных много. Всякой ерунды. Люблю смотреть посуду. Ну вот я то, что видела, не купила. Сейчас этого и нету, жалею об этом. Видите, какая очередь. Пока больше ничего интересного не вижу. Мне нравятся вот такие тарелки. Но я люблю белые. Квадратные. Их нету. Ну все, больше ничего интересного не вижу. Рамка нравится. Тройная в виде сердечка. Все, больше ничего не увидел интересного. Зашла в магазин вам показать вот такую женскую красоту. Посмотрите, здесь и украшения всякие, кто носит. А здесь красивейшее белье. Комплекты, трусики. Всего много, все красивое, особенно комплекты. Вот, какое красивое красное. Цвет страсти. Там курточки всякие разные. Много всего. Я вам уже этот магазин показывала. Здесь хорошие цены. И ассортимент хороший. Так что как-то так. Заходите, кто местный здесь. Дальше пойдем. Смотрите, еще костюмчики мне так нравятся, вот эти. Вот костюмчик Луи Виттон, тонкий трикотаж. Вот такой тоже стильный, молодежный, тепленький. Все, буду выдвигаться в сторону дома. Молодежь веселится, танцуют и поют. Молодость. На то она и есть молодость.
чтобы не упасть. Может, конечно, веселится дедок. Заплясал. Весело им. Почапал. Ой, ну это ужас, смотрите, вообще невозможно пройти. Причем вот прошла буквально 500 метров от дома, даже 300 метров. И такие ужасные. Расчищено прям не везде. Сейчас это видео выложу на портал Собянина, пусть смотрит, какой здесь ужас у нас творится. Ой, какой 300, какой 500 метров, я вам наговорила. 100 метров. И вон он едет, тракторочек. Только что он ездит, непонятно. Вот, я иду к своему дому. Вот у нас такие все чистые широкие дорожки. 100 метров отошла от нашего двора. И там уже невозможно пройти, это просто жесть. Люди прям ползут. Идут с палочкой. Говорю, господи, идем без палочек. Как бы не вернуться с палочками. Ой, спаси, сохрани. А у нас вот так чистенько. Погода сегодня великолепная. Просто шикарная, сказочная. Мелкий такой снежок идет, ветра нету. Я не знаю, сколько градусов, я не посмотрела. Но факт то, что погода очень хорошая. Красивая, я бы сказала. С этими метелями так поздно я не выходила. Ну, это не поздно, но как бы вечернее время. Я вообще обожаю ночную Москву. Я все время об этом говорю. Ну все, я уже подхожу к своему дому. Спасибо, что вы были со мной. Я всем желаю крепкого здоровья. Я всем желаю счастья, удачи, успехов. Пусть исполнятся все ваши заветные мечты. Спасибо, что вы были со мной. Пишите комментарии, ставьте лайки. А с вами была я, Ника, и это мои московские будни. Всем пока-пока!